Уникальную для Северодвинска операцию провели во второй горбольнице. Пациентки сделали коррекцию возрастных изменений лица. Оперируют при помощи эндоскопа. Разрезы на лице минимальны, как и травмы для пациентов. Подробности уникальной операции у пластических хирургов выясняла Евгения Карелина. Эндоскоп – это только это глаз. Это мой глаз там. Да? То есть я смотрю не туда, можно в принципе взять подъемник и заглянуть туда. Вот. Мы смотрим вот сюда. Я смотрю на монитор и потихонечку провожу там отслойку, выделяю сосуды, нервы. Уникальную операцию для Северодвинска провели на немецком оборудовании. На прошлой неделе архангелогородки сделали эндоскопическую коррекцию возрастных изменений лица, а именно пластику нижних и верхних век, а также эндоскопический лифтинг средней зоны лица. Операция длилась 4,5 часа, работали 6 специалистов. Заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии Александр Минкин, северодвинский пластический хирург Дмитрий Зимин, операционная сестра и анестезиолог. Бригада. Слово эндовидеохирургическое, оно для многих непонятно, да? Смысл его заключается в том, что мы через небольшие разрезы можем выполнить очень большие объемы операций. Преимущество заключается в том, что минимальная травматичность для пациента и достаточно быстрый послеоперационный период. Поэтому пациентка у нас на вторые сутки была уже выписана домой. Сейчас пациентка приезжает во вторую горбольницу на перевязки и физиопроцедуры. На днях ей снимут швы. Пластические операции во второй горбольнице делают почти год. За это время обратились 70 пациентов, в том числе из Вологды и Санкт-Петербурга. На операции решаются в основном женщины от 30 лет. Как правило, корректируют лицо, грудь и делают липосакцию. Около 10% пациентов – мужчины. Сильный пол также в основном улучшает возрастные изменения лица и мечтает стать стройнее. Наш год прошел замечательно. По крайней мере, самый первый, наверное, показатель – это жалобы пациентов на медицинское обслуживание. К счастью, их не было. Поэтому мы стараемся работать во благо для наших пациентов. В декабре месяце 2016 года мы с пластическим хирургом Дмитрием Александровичем были на конгрессе в городе Москве. Да? То есть оттуда принесли много нового. На базе второй горбольницы реализуют более 130 видов оперативного лечения по пластической хирургии. Выполняются операции на различные части тела, от глаз до интимных зон. Стоимость услуг варьируется от 10 до 200 тысяч рублей, зависит от области оперирования. Услуги оказывают лицам старше 18 лет. Напомним, первую пластическую операцию северодвинские врачи выполнили почти год назад. С живота пациентки убрали лишний жир. Евгения Карелина, Александр Дятлев, Вестник Северодвинска.